Итак, друзья, сейчас у меня настойка зеленого ореха, грецкого зеленого ореха на керосине. И вот я при вас сейчас раз, два, немножко три выпало. Ну ничего. Это схема приема определенная. Знаете, мне очень нравятся продукты природы. Нефть – продукт природы. Скипидар – продукт природы. Дёготь берёзовый – продукт природы. А люди бегут в аптеки, тратят деньги, куча денег на врачей, на операции. Ну, потребляя такое природное, вещества природные, то, что дала природа, можно избежать потери десятков тысяч долларов, потому что организм будет всегда чист. Ну что, наши предки лечились этим делом. Это мне мама готовила этот волшебный напиток. Вот. Передача приехала мне, но не доехала главная банка, литровая банка классная. Ее забрали перевозчики. Ну, кто-то, кому-то нужнее, наверное. Поэтому мне досталась такая малюсенькая баночка. Не знаю, насколько хватит, ну, посмотрим. Ну, в принципе, должно хватить. В общем, пользуйтесь тем, что дала природа. Зачем вы идете в аптеке? Объясните мне, зачем вам химические витамины, когда даже если, несмотря на то, что мы живем сейчас в искусственном мире, и продукты максимально нахимичены, так вы еще вдобавок к этому... Вы в свое тело закидываете ведро еще одной химии, и у вас такой подстойник помойный в теле образуется, знаете, просто потрясающий. Потом люди такие: хова, а чего? Ну, потому что куча химии, куча таблеток, куча дерьма, извините за выражение, то есть и так продукты отравлены, так вы еще туда и химических витаминов, какое-то там клеточное питание. В общем, природа дала все. Человек сам выбирает болеть. Человек выбирает не знать ничего. А кто не хочет, приглашаю тебя в свой телеграм-канал. Ссылка в шапке моего профиля.